Бездна растирает лошадиной мазью? Это панацея. То есть, если ушиб, лошадиная мазь. Растяжение, лошадиная мазь. А что-то болит, горло болит, лошадиная мазь. Так, я понял. Хорошо, Саш, микрофон у тебя. Что ты можешь вспомнить? Я не знаю. Мне говорят, звонят такие, говорят, Саша, у нас такая идея есть. Хочешь танцевать казаков? Казаков. Так. Казаков. Я такой сел и думаю, а когда я еще станцую казаков в прямом эфире и на всю страну? Ну вот и как-то... You want me... Не, ну ты знаешь, казаки запомнились всем. Я знаю, что этот ролик просматривают, этот ролик распространяется теперь через социальные сети. А, еще соседова запомнил. Ну, слушай, ну это круто. Не, просто я понимаю, украинцы его знают, любят. Я его вижу впервые, честно. Вот. Я, значит, сижу... Подожди, Саш, ты сейчас его видишь? Меня это пугает. Нет, я тогда его видел. А, все, это важный момент, да. И тут выходит соседов. И я такой... Такое двоякое впечатление. А потом, кстати, мне очень понравилось, как он точно передал именно понимание хореографии. То, что танец — это именно то, что внутри. А вот твои движения — это всего лишь средство передать то, что... Скажи, правильно ли я понимаю, что Сергей Васильевич Соседов теперь твой кумир? И что теперь у тебя над кроватью висит его плакат, и ты изредка, вернее, не изредка, а каждый вечер перед сном, и каждое утро, когда просыпаешься, смотришь и говоришь: «Гуру, благослови меня на этот танцевальный день!» Ничего не отвечаю. О! Пока у меня был MP3-плеер, короче, была целая папка с музыкой довольно-таки странной. Вот, там были Ягра, Ивановский Интернешнл, Киркоров и все их друзья. Вот. Это не могла быть Ягра. Это неправда. Не могла быть Ягра в плеере. Как? Если это правда, то будет Борис Моисеев. Сейчас он так снимает. Мама, он похож просто. Борис Абриев. Как нам тут? Правда? 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 Да. А ты в детстве что, не слушал «Руки вверх»? «Руки вверх» слушал, но «Виагру» тоже немножко. Не хочу теряться в сомнениях, выбирать один из 100 вариантов. Все они прекрасны без исключения. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Ну, буквально вчера Волков нам чуть не сжег хату. Потому что повесил на батарею сушиться вещи, на котором по-русски написано «не сушить вещи». И ушел. Прибежала Аня в комнату, и она увидела, что там дым из комнаты идет. Все вещи чуть не спалил. Всю атмосферу за эти все... долгие 3 месяца. В общем, это чувак, с которым опасно жить вместе. А, в субботу, по-моему, была, да? Я все свои шмотки реально выстирал. То есть у меня реально тупо нет вещей. Ну нету там ни майк, ничего. Все висит, сохнет. Я хочу потренироваться. Думаю, такой, блин, надо у ребят что-нибудь взять, да? То есть чисто потом выстираешь, отдашь. Вот. И на кровати Шошина лежит водолазка. Ну, то есть такая водолазка. Ну, как раз в стиле Шошина с таким горлышком таким широким. Я думаю, блин, Шошин водолазку забыл. Ну, здорово, думаю. Я одеваю ее, все нормально. Водолазка обыкновенная, все. Такой размяз, потом иду, сидит Полина с Данилкой. Полина: «О, мое платье!» Я говорю: «Что?» Она говорит: «Мое платье, я его неделю назад потеряла». Я говорю: «А, я что-то так неудобно стало. Наперил чужое платье вообще без спроса». Забирай Максимуса. Забирай. Еще не знаю, как Волков спит с игрушками. С резиновыми этими... С резиновыми... С розовыми резинками. У него розовые резиночки есть, пакетик даже. Косметичка розовая. Волков